Салют, Влад, тут. Недавно я снял видео про одну интересную находку, которая, как показалось мне, была связана с дефолтом. Однако в комментариях мне быстро объяснили, что это локация из миссии, и дефолт тут вообще ни при чем. Он давно умер, царство ему небесное, а это штаб обычных бандитов, которые украли его образ. Конечно же, на слово я не поверил и решил сам проверить все в игре. Тем более, на удивление, то видео посмотрело огромное количество человек, и я просто уверен, что некоторым будет интересно узнать разгадку этой тайны. Ну, если есть какая-то информация, я не имею права молчать. Итак, миссия «Крысиная Академия» действительно существует в игре. Она становится нам доступна после того, как мы отвоюем хакерский бункер у Prime 8. Один из фолловеров DeadSec обнаружил какую-то странную движуху около музея современного искусства и попросил нас разобраться. Вас крысы замучили? Было такое. Я сначала думала, что они мутят какую-то арт-инсталляцию, но, похоже, все серьезней. Нашей задачей становится взлом трех людей в крысиных масках. Да, оказывается, теперь не любой чел в крысиной маске считается дефолтом. Мы узнаем о том, что эти ребятки замышляют что-то неладное. Они создали свою секту и вербуют туда людей. Хватит это терпеть, сказал бы Владимир Вольфович Жириновский. Ну и примерно то же самое на деле сказал и Реймонд Кинни, а после направил нас на уже знакомый завод. Паркуем машину вплотную к стене, залезаем на крышу здания и взламываем щиток CTOS. Ничего не изменилось, однако. На мониторах та же Ванга, на стенах те же крысы, но теперь мы можем взломать сервер Крысиной Академии. Следующая точка — склад с оборудованием. Мы, видимо, так и не сможем втащить промеж телятины ни одному из участников секты. Обидно, зато экономический ущерб нанесем существенный. Разбираемся с охранниками и взламываем гараж. Теперь дело за малым – взорвать ценное имущество. 3, 2, 1. Миссия выполнена. Так мы толком ничего и не узнали о Крысиной Академии. На мой взгляд, эта миссия у юбиков получилась какой-то неполноценной. Не сказать, что после нее остается море вопросов, просто немного непонятно, зачем она? Реально, сделали бы просто пасхалку в виде штаба и остановились на этом. Кстати, в игре также присутствует костюм дефолта. Без маски. Костюм дефолта без маски. Костюм дефолта — это и есть маска. Что пытаются втереть нам за деньги хитрые Ubisoft? Ну да ладно. Сюжетные миссии-то клёвые. Спасибо за просмотр, обязательно пишите ваше мнение об этой миссии. Мне будет очень интересно почитать. Всем пока.